Лето – это не только жара и трудное время сдачи сессии. Это еще и положительные эмоции и время работы студенческих отрядов Республики Мордовия. На летней эстраде парка культуры и отдыха имени Александра Сергеевича Пушкина в преддверии открытия летнего трудового сезона состоялась акция «Студенческое лето». Ее участниками стали бойцы педагогических и строительных отрядов вузов Республики. Конечно, очень ждали, очень много эмоций, позитивных, положительных, так как мы очень ждем лета и очень рады открытию этого трудового семестра. Мы очень хотим поехать в лагерь, и сегодня здесь все так замечательно. Очень много друзей, и мы готовились с творческими номерами. Очень ждем начала, чтобы выступить и порадоваться, и порадовать других. Мы полностью готовы, хотим к детишкам быстрее бы уже сдать сессию, чтобы у нас все было хорошо, все получилось. Очень хотим и очень настроены. Надеемся, получим много эмоций от этого праздника и кучу впечатлений. В этом году более 2500 студентов Мордовии будут работать в составе студенческих отрядов на территории России и за ее пределами. Основная цель, задача данного мероприятия – это произнести слова напутствия всем студенческим отрядам Республики Мордовия, которые уже через несколько дней отправляются на свои рабочие места. Это детские лагеря, это стройки, это сельхозотряды отправляются, соответственно, на уборку, да, и на пашню. И задача, да, наша здесь, как организаторов, это собрать не только, скажем, педагогические отряды или там строительные места, но и показать все студенческие отряды Мордовии, то, что они представляют собой, ну, в принципе, такую масштабную и объемную организацию в плане там количества, качества работы. И поэтому мы думаем, скажем, это будет полезно не только для какого-то сплочения, да, развития корпоративного духа, но и всем, я думаю, будет приятно услышать от руководства республики, от глав, скажем, молодежной политики слова напутствия для дальнейшей работы. Потому что эти люди, большинство, некоторые из них уезжают за пределы Республики Мордовия. Организаторами мероприятия выступили Государственный комитет Республики Мордовия по делам молодежи, Союз педагогических отрядов Республики Мордовия, Саранское местное отделение, Российские студенческие отряды, штаб студенческих отрядов и Содружество педагогических отрядов Мордовского университета. Сегодня 22 мая, весна, на дворе 1 июня, начало лета, а лето для студентов это всегда приятная пора. Да? Для кого-то сначала сессия, но для студентов это не только сессия и лето, как каникулы. Для студентов это пора не только хорошо провести время, но и хорошо заработать. Студенческое лето 2014 считается открытым.